Дмитрий Геннадьевич Гудков. Да, Дмитрий спасибо. Геннадьевич, уважаемый Сергей Евгеньевич. Вы по повестке или по ведению? По повестке, да. Пожалуйста, да. Да, уважаемые коллеги, в связи с тем, что у нас первые заседания после двухнедельного перерыва, я предлагаю объявить минуту молчания в связи с трагедией, которая произошла 27 февраля. Как вы знаете, был убит Борис Немцов, политик, общественный деятель, лидер оппозиционной партии. Человек, которого многие здесь знали лично, человек, который был первым вице-премьером правительства, губернатором крупнейшей области, был членом Совета Федерации, был депутатом Государственной Думы, возглавлял фракцию. Несмотря на то, что не все разделяли его политические взгляды, я считаю, по-человечески было правильно бы почтить память минуты молчания. Спасибо. Теперь, коллеги, что касается предложения Дмитрия Геннадьевича Гудкова, я в день трагедии от себя лично и от всех депутатов Государственной Думы направил телеграмму родным, близким и выразил соболезнования по поводу убийства Немцова, высшего депутата Государственной Думы. Нет других предложений. Спасибо. Спасибо. Вот. Скоро это касается порядка работы, может быть, надо обновить регламентную норму нашего Государственной Думы. Мы уже принимали один раз решение, что поднимать зал по поводу каких-то событий, чтобы почтить чью-то память, может только Совет Государственной Думы принимает решение, и только в день государственного траура, когда президент объявит в стране государственный траур, по какому-то событию погибли люди. Только тогда можно поднимать высший орган государственной власти. А если вот сейчас Комитет по культуре предложит почтить память писателя Распутина, он ничем не хуже Немцова, может быть, даже лучше. Но у нас каждую неделю кто-то умирает. И будет вся Дума стоять. Мы уже предлагали не раз, и наши комитеты уже здесь вы отвергли. Отрицательную информацию нужно давать дозированно. Нельзя, чтобы день и ночь все наши СМИ передавали только сообщение «пожар», «убили», «загрызли».